Поправки в правила дорожного движения вступили в силу. Теперь автомобилисты и водители большегрузов массой не более 3,5 тонн смогут разогнаться до 130 км в час на участках трассы, которые обозначены знаком «Автомагистраль», и до 110 км в час на шоссе со знаком «Дорога для автомобилей». Кроме того, штрафы за превышение скорости возрастут, при этом лишить водителя прав можно будет только по суду. Еще ряд поправок в ПДД ждет автолюбителей с 1 сентября.